Хей, всем привет, с вами Шмыга, мы на канале у Шмыги. Сегодня мы играем в Hitman 2, он же 2018 года. И опять же мы проходим вторую миссию, финишная черта называется, про форм прогонки. И сегодня я нашел, хочу вам показать, я нашел способ, который убыстряет в два раза, нежели тот мой способ, который также... Как и здесь, ну, на максимальной сложности, и только в костюмы мы не переодеваемся, ничего не делаем. Мы только... Что мы делаем плохого? Мы только, наверное, уничтожаем, вот сейчас будем видеозапись, и все. А все остальное мы делаем только хорошее, наверное. Ну, еще убиваем людей. Но людей мы убиваем, которых нам нужно. Только двух целей, и все. Нашел способ, как устранить Сиерру Нокс быстрее, чем я показывал в прошлом видео. То есть нашел точку, откуда, ну, то есть быстрее можно ее застрелить, пока она находится в болиде. Вот. А с Робертом Ноксом, кстати, так и не понял, как его еще быстрее убить, потому что Роберта Нокса я убиваю по старому принципу, через глазные капли. Собственно говоря, камеру, вот, я не знаю, если честно, убирает ли лишние секунды включения камер, да, потому что на моем пути только одна камера будет, она вот сейчас будет справа. Все, что я делаю, ну, вот, проникал в... Как это называется? Ну, где, короче, полицейский стоит, да, ради Фомки, ну, или Лома, Фомка-Лом. Чтобы открыть дверь и все. То есть, и дальше она мне, Фомка, понадобится, чтобы уйти с уровня. И, собственно, все. Больше ни для чего мне охранник тот не нужен. Ну, отвлекать того охранника не нужно было. Кстати, здесь я предлагаю сохраниться, потому что не всегда можно попасть... Не всегда можно попасть в... Ну и убить Сиерру Нокс, поэтому как вылезли в окно, сохраняйтесь и стреляйте на здоровье, сколько влезет. Ну и, собственно говоря, как я уже и показывал в другом видео до этого, мы должны включить кондиционер с помощью монетки, отвлечь всех и, собственно говоря, после чего пробраться в туалет, где капли глазные стоят, и задушить Роберта Нокса. И, собственно говоря, после этого уйти с миссии через открытие, опять же, ломом ворот и через вертолет. Вот такие дела. Awesome. I
smell in here. Someone using spray paint? Everything's a lot of static. Oh, yeah. Both targets down. Well done, 47. Head for an exit, and we'll speak again soon. Ну, ребят, собственно говоря, все. Это уже конец. Как еще быстрее пройти с начала до конца, я не знаю. Если кто знает, подскажите, напишите. А так, всем спасибо за просмотр. С вами был Шмыга. Всем пока, всем счастливо.